привет! В эфире Балдам Ньюс. С вами новости Кыргызстана. Пашинский Ярослав и Сабиржанова Амира. Новости из мира животных. Голубь рэпер клюет только под ритм музыки. Сегодня в селе бык упал в речку и утонул со звуками бык-бык-бык-бык. Гламурные кенгуру носят сумки под мышками. Будьте осторожны, беззубый волк крадет фарш на рынке. Аист устал носить китайских детей. Новости из мира сказок. Спящая красавица ставит будильник на 7.15, на 7.20, на 7.45, просыпается в 12 дня. Сегодня утром Рапунцель заказала КамАЗ краски, чтобы покрасить волосы. Красная шапочка не снимает шапочку, потому что майбаш. Жасмин, убираясь дома, нечаянно помыла ковер-самолет. А теперь семейная новость. Семья, которая любит Оромо, в уборной использует ароматизатор. Оказывается, у Ким Чен Ына есть брат Чол Чен Ын. КамАЗ с дошираками, упавший в воду, накормил полгорода. На фрезеровочном заводе людей называют мальчик с пальчиком. Очень толстая девочка падает с кровати сразу с двух сторон. Сегодня произошел несчастный случай. Девушка попала в реанимацию. По ее словам, реклама слишком долго длилась. С вами был Балдар Ньюс. Пашинский Ярослав и Сабиржанова Амира. Всем до скорой встречи!